Тю, только что песня такая классная была, блин. Только камеру включила, хотела бы танцевать. Мы едем за покупками на завтра. Только меня не вдумать. Только что была такая классная, я прям в образ вошла. Ну да хотя бы это давай, беги-бай, беги-бай. Всем привет, Притутуб, солнечная Италия на проводе. Уже поздновато здесь, в этой квартире, которую я вам показывала в предыдущем видео. Свет немножко желтый, освещение немножко не такое. Тем не менее, скоро приезжает Святослава, моя старшая дочка, со своими друзьями. Мы будем отмечать завтра день рождения. Здесь картошка порезана, сейчас будем делать пюрешку. Томатный сок, естественно, купили. Икру лососевую, салфетки. Купили полотенце, немножко настроение пропало. Было такое классное настроение, пропало настроение. В этой квартире нет есть интернет, но почему-то не связывает. Менеджер сегодня, когда квартиру снимали, обещала эту проблему разрешить. В итоге нифига, короче, интернета нет. Дети через 2 часа приезжают. Я купила вот такой вот лаваш, он немножко с чесночком и с петрушечкой, он очень вкусно пахнет. Ну и обыкновенный лавашек, ну как хлебушек. Горчица, кому нужна. А, мы взяли 2 томатных сока, ложка. Курицу гриль, она еще теплая, видишь, 2 томатных сока. По волнам, по волнам. Было такое настроение классное, с таким настроением ехала сюда. Блин, испортили из-за интернета. На сегодня нам хватит, это будут 3 помидора на салатик детей покормить вечером, потому что они ехали 22 часа в поезде с Мелитополя до Львова, и потом еще 6 часов в электричке, это Львов-Ужгород. 2 огурца. Так, а что вы там, я не поняла, раскрякались под видео, что я курей показала? Куры моя любовь. Так что смотрим и не нервничаем. Хрен. Я, кстати, давно хрен не ела. Майонез. Что-то там оно потекло. Грудинку порезать сейчас на тарелочку. Сейчас покажу, что еще. Корейская морковка, кто захочет, если не будут есть свежий салатик. И помидоры, как просила Святослава на свое день рождения, помидоры зеленые. Она их любит, я купила бочковые. Все, и когда она придет, и у нее будет такой красивый букет. С 17-летием, дочка. Смотрите, какой красивый букетик. Она любит пионы, но пионов не было. Пионов не было, ромашки она не любит. Это ей астры немножко напоминает пионы. И я думаю, это будет симпатичный букетик ей на день рождения. Все, мы сейчас ставим варить картошку. А знаешь, что мы не взяли? Масло сливочное. Чем картошку? Тогда ее придется просто так отварить. И с чем? Масло забыли. А может, здесь какое-то масло есть на этой хате? Надо, кстати, в холодильник поставить сок. Там уже кока-кола стоит. Блин, было такое настроение, все настроение пропало. Ну как так можно? Ну капец. Как? Как так можно? Так, это мы сейчас все порежем. Да, пусть тут стоит. А, я говорила, да, сейчас салфетки взяли. Квартиру я вам показывала. Квартира большая, трехкомнатная. Дайте хоть эти помидоры попробуем, что там Святослава так хвалила. Помидоры хочешь, Лешка? Попробовать хочешь? Меня спросили, что вы на квартире, почему вы не у Димы? Я была у Димы. Просто сюда приезжает, на эту квартиру приезжает дочь с друзьями. Она же здесь друзей не оставит одна. Правильно? Я до дочки приехала. Держи. Не подключается? Ой, кошмар. Помидоры как помидоры. Чьи не помидоры? Тебе нравится? Что попало? Блин, тут капуста, попробует их не съесть. А сколько там по времени? Может, мне уже включить газ на картошку? Сколько там осталось? У него сколько? 22-20? 10-20. А сейчас сколько? Там неправильно сейчас идут. Там итальянское время. Ладно, давай. Берем это. 9.36. Ну, давай сейчас попробуем. Зажигалка есть? По волнам, по волнам.
Сейчас будем зажигать газ. Зажигалка. А как он зажимает? Нажимаешь кнопку, поворачиваешь ручку. И держишь, пока прогреется пальчик. А, все? Побежать надо. Что, Европа? Йося, а нам соль бабушка дала. А, это не икра лососевая, это мне соль дала свекровь. Да-да, бабушка. Блин, я думала, икра лососевая взяли. Потому что мы покупали икру завтра нам на гулянку. Так, значит, только вы под предпоследнее видео столько написали глупых комментариев, что я даже не знаю, как на них отвечать. Там 175 комментариев попали в спам, это который сам YouTube в спам отсылает. Я их еще, у меня не было времени их вынуть. Так что все, кто бросался какашками, я обязательно выну из спама, вы увидите свои комментарии на днях, но сегодня просто не было времени. Ну ничего, есть хрема, есть аджичка, помидорчик свежий, помидорчик такой. Чё, блин, я думала, я икру, ну ладно. Мы завтра выезжаем во сколько? Мы квартиру сдаем в 11, да, и к часу туда едем мы, да? Уже отмечать, куда мы должны ехать. Будем надеяться, что сейчас придет женщина, которая сдавала квартиру, и любыми путями пусть включает интернет, потому что хата стоит очень дорого. Сеть есть, интернет. Ну да, сеть есть, интернета нет. Но когда мы загружались сегодня, она знала, что у нас такая проблема, она сказала, в 4 придет техник, и всю эту проблему решить. Она нам пообещала. Деньги взяла, и все. Па-мол-дам, па-ма-па-мол-дам, па-мол-дам, па-ма-па-мол-дам. У меня хорошее настроение, единственное, что нету интернета. А, еще мы воду брали вот такую. Сейчас покажу. На всякий случай, если что, кому обращаетесь по поводу воды. Есть столик, я сейчас картошку когда сделаю, все порежу. Мы сядем с ребятами за столик и поужинаем. Всех ребят я знаю. Кто приедет к Святославе, давайте еще раз квартиру покажу. Но я, правда, ее показывала, не знаю, если очень быстро. Ой, а здесь так холодно, блин. А где свет включается? А, здесь окна, наверное, открыты. Ну, здесь диван хороший. Да, были открыты окна. Здесь эти самые сказали, можно брать полотенце сколько хочешь. Такая себе комнатка с диваном. Кстати, диван, я думаю, классный будет, удобный. Ребята устанут после путешествия. По волнам, по волнам, по волнам. У меня хорошее настроение. Единственное, что, опять же, говорю, настроение упало, потому что нет интернета. Смотрите, вот еще одна спальня. Здесь уже кровать с тумбочкой, с освещением. Большой свет не работает, так поняла. И тоже этот самый шкаф есть. Ну, такой. Нормально. Теплое одеяло есть. Полотенце. Вот, переключаемся. Давайте я вам расскажу по поводу сумки-морозилки, которую я показывала. Которую я везла, довезла я все продукты. Многие писали, что типа, что в Украине есть все, в Украине вообще есть все. В Украине даже есть того, что в Италии нет. Я вам скажу по секрету, между прочим. Я везла то, что меня попросила старшая дочь. Чем вы слушаете? Ну, возможно, если я плохо объяснила, я прошу прощения. Я сказала, меня человек попросил для съемки ее видео провести какие-то продукты именно из Италии. А не прийти в магазин, купить их в Украине и показать их, что они с Италии пришли. Чего вы начинаете? Вот эти вот штуки классно досидели свое время в сумке по дороге. Женщина писала под этим видео, где я рассказывала об этой сумке, что я уезжаю. Как они называются, я не помню. Все продукты сохранились. И сыр, и моцарелла, и все, что можно. Сумка маленькая. На комментарии такие, что все везут. Да мне все равно, что все везут. Сегодня не верите, у меня интернета нет. А все везут, а она взяла. Да что хочу, то и беру. Понимаете? Что бы вы мне тогда писали, если бы я была как все? Или что бы вы мне писали, если бы я не поражалась так курям? Вам бы писать нечего было. А так посмотрели, написали, пошли. Что вы думаете о человеке? Па-ва-на. Не влезет. Ладно, сейчас уже. Опс, переключаемся. Сейчас выкинем стол. Интернета нет, зато, извините, муха. Натыкали визитки по всей квартире. Визитки по всей хате стоят. Чтоб квартиру снимали, чтобы распространяли по друзьям. Не подключусь у меня интернет, я вам завтра скажу сайт, как называется, какая компания, чтобы не заказывали у них квартиры по бешеным ценам. Стоит, что не знает, сколько хата, блин.
мы сегодня пришли. Она сказала, да, мы так странно, мы тут работаем, у нас тут 30 квартир, и мы все квартиры проплатили интернет, говорит, снимал квартиру мужик, что-то не туда, говорит, куда-то он там зашел, вошел, вышел, типа, нет интернета, сегодня в 4 придет техник, все будет, все, не переживайте. Понимаете? А что ходуном стол ходит? Раз, два, три, четыре, пять, на шесть надо еще стул. За рекою, 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 за рекою. Вспомни, как нас с тобою встречала заря. Вспомни, как рассвет умывал нас росой. Вспомни, как обо всем говорили глаза. Вспомни, как был слышен только сердце бой. Помнишь, как наши руки ласкали цветы? Помнишь, как наши губы искали тепла? Помнишь, как прохладна вода реки? Помнишь, как отражались в ней я и ты? За рекою, за рекою, за рекою соловьи поют. За рекою, за рекою, за рекою вдаль улететь на зову. Знаешь, я до сих пор помню каждый вздох. Знаешь, я до сих пор помню каждый миг. Знаешь, я не надеюсь тебя понять. Знаешь, я хочу просто рядом быть. Снова нас теперь утром встречает заря. Снова нас рассвет умывает росой. Снова нам обо всем говорят глаза. И вокруг никого, только ты и луна. За рекою, за рекою, за рекою соловьи поют. За рекою, за рекою, за рекою вдаль улететь на зовут. За рекою, 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 за рекою.